Я так понимаю, что украинское руководство побыстрее хочет попасть в Европу, чтобы получить вот эти вот свободы и состояние европейского народа. Но смотрите, что сейчас происходит в Украине. У украинцев, которые не обновят данные в ТЦК, могут забрать квартиры, передают украинские СМИ. Если штраф за необновление данных не будет уплачен в течение 15 дней с момента его получения, то следующим шагом может стать конфискация имущества даже для тех людей, которые сейчас находятся, например, в отъезде в Европе. При этом, если недвижимость уклониста окажется под арестом, то она может быть продана на онлайн-аукционе. Из суммы продажи вычтут сумму штрафа, а оставшиеся деньги вернут должнику. Ну, хотя бы что-то вернут. Но, друзья, о какой свободе слова и действий вообще можно говорить после вот таких вот заявлений? Эти заявления есть у меня в телеграм-канале. Переходите по ссылочке в шапке. Можете скачать, можете проверить. Я эту информацию в интернете тоже уже проверил. Так что вот такие вот жесткие законы. И мне кажется, это к Европе не очень-то сильно приближает. Но пишите ваше мнение, пишите ваши комментарии, буду рад почитать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой Spotify, нажав на вот эту вот кнопочку. И переходите, добавляйте мои песни к себе в плейлист. Берегите себя и до новых встреч.